карта. Снегопад с утра. Марта. Снег выпал вчера. Вчера лошади еще и кровь брали. Землю можно хоть ломиком долбить. Из бочки лед. Вот так. Я не знаю, передастся или нет. Видно. Я когда читала, когда на Кубани сажают картошку, была такая пословица: пришла Евдошка, 14 марта, Евдокия, Свистунья, сажай картошку. Ну, сейчас ломиком лед отдолбим землю и посадим. В общем, климат, конечно, меняется. Прочитала статью в интернете, что самая холодная весна за последние 35 лет. 12 марта, сажаю помидоры. Значит, у меня получается так. Черный принц, узбек, смородиновый, розовый, айзер, мазарини, кумата, дебарау черный. Потом получается, что уголек. Вот здесь уголек. Здесь черная галактика. Просто у меня нет маркера, чтобы это все подписать сейчас. Шоколадный и космонавт Волков. Вот здесь я написала даже космонавт Волков. Сохранить надо это все. Так, продолжаю сеять семена. Слева у меня идет вишня красная. Ручку я не взяла. Так. Вот здесь вот вишня красная. Я даже в ВК умудрилась написать ручкой. Потом у меня идет черный жемчуг и арбузный. Черный жемчуг и арбузный. Арбузный даже прокрашен. Потом идет бычье сердце и банан оранжевый. И супер банан. А сюда я уже начну сажать что-нибудь попозже. Это я сейчас высокорослые томаты сажаю. Маня, Маня, Дина, Маня, привет, передавай, Дина, Балу, Маня, Дина, да, Маня пропеллер, как всегда, в жопе.
13 марта. Опять снег пошел. Да, Аська, скажи, да что же за безобразие-то? Ладно, пошла я кормить. Ну что, попробуем вырастить грибы на молоке и перлите. Марта. Какой красивый вид, когда нет Люции. Правда, Ася? Хорошая девочка. Посадила немножко тюльпанов. Выкопала с того участка. Костерок ждем. Хороший, хороший. Дорожка очень неровная. Если не полезу, через забор я перешагну. Надо фисташки полить, а не там, где кирпичики. Пакетики какие-то. Очень хорошо, когда тут чистенько. Никаких этих кустов нет. Ходить можно спокойно. Прям радость великая. Уже так надоело это. Люция. Вот здесь теперь. Как у нас стало чисто и красиво. Можно ходить спокойно. Утки на солнышке сидят. Собаки там греются. Да, мой хороший? Здесь теперь можно покосить будет. Вон какие-то тут палки. Целый ствол дерева. В принципе, хороший был бы. Вот. О, это вот я стою, мой рост. И вот это вот тростник. Работы еще много. Марта. У нас родила Амелия. И так неудачно родила ночью, не облизала. Козленок задохнулся. Ну, теперь у нас зато на дойную козу прибавилось. Да, Бритняшка? Вон это там Малинкин. Да. Малинкин козлевич. Ух ты ж, потягивается он. Потягушки, потянушки. Хороший, хороший мальчик. Ой, Гайка с такой довольной рожей. Здесь у нас вот мелкий живет, здесь у нас щенки живут, здесь у нас узбекские бойцовые куры живут, здесь у нас днем сидят, да? Кто там сидит, а? Кто там сидит? Леганил собачий. Танча, Танча хороший. Феня. Как это нас стало красиво. А здесь мы будем сажать тыкву. Вон тоже немножко уже озеро видно чуть-чуть. Вот. Хороший такой денек.
персики, вишенка, еще персик. Там уже яблоньки пошли. Так. Там вон черешни. Одну видно, вторую не видно. Вот. Третья. С темной моськой это Лаки. Со светлой моськой это Лидер. Что? Мордости? Сидят тут на солнышке. Мы тут костры жгем. Где? Ой. Ох мы. Звери. Медведи. Ой, медведи. Ой, медведи. Хорошо, хорошо, Ася. Пришли, заразы какие, а? Ах, они, заразы какие, пришли. Гавкают они там. Хорошие. Ну-ка, пошли вон отсюда. Хорошо, хорошо, умничка, умничка. Еще никакие пришли. Ждали их тут. March 15. Нас опять заваливает снегом во второй половине дня. Это что-то просто нечто. Как туча налетела. Просто какой-то снежный буран. Снегопадище, просто снегопадище. Даже дверь вырывает ветром. Thank you.
положу водичку, сам пьет. Лаки и лидер. Хороший, хороший. Лидер пошел, писит. Лаки и лидер. Лидер справа, Лаки слева. А вот так вот мы можем фотографироваться. Только это Лаки, это лидер. К маме побежали. К маме побежали. Мама сидит такая, говорит, отстаньте, дети, отстаньте. Будущие охраны и пастухи сразу привыкают. Да. Лаки лидер. Это лидер. Это к нему Лаки прибежал. Поводок нашли. Лаки и лидер. Мама запуталась. Ну ладно, ничего страшного. Сейчас распутаем. Это лидер, а это Лаки. Обещали, что с одного батата можно получить до 50 ростков. Вот я несколько росточков отрезала, и что-то он не сильно кустится дальше. Вот я их сюда посадила. Они какие-то корешки даже воздушные дают. Ну, будут отрастать, еще нарежу сюда. Семнадцатое марта. Порадовала морозом. Ну это ж надо. Какой-то у нас природный катаклизм. Ну, хоть солнышко выглянуло. Ой, голуби летают. Я их все хочу записать. Но они все не попадают в кадр. Вот это беспредел. Вот самый настоящий беспредел. 17 марта, в день рождения, снегопадище пошел. Ну, зачем было переезжать в Краснодарский край? Чтобы в день рождения шел снег. Да, снег все идет, снег все идет. 17 марта. Моя знакомая говорит, она обычно помидоры в середине марта уже в грудь сажала семенами. А тут вот тебе. 2 часа дня.